Сейчас мы с вами находимся в северном крыле математического института, где сидят чистые математики. Мы сейчас на первом этаже. Вот эта серая штучка, это шахта лифта. Еще там находятся кухни и туалеты. Вот, видите, как тут все деревом отделано. Вот здесь такая кухонка, опять же, с горячей водой, холодной водой, чтобы пить, кофеваркой. Там вон в уголке чай, кофе, холодильник есть, мощная машинка. Тут мусорки. Это мусорка для бумаги, пластика. А вот это мусорка для того, чтобы выкидывать. В Европе вообще все очень повернуты на экологии. Стараются мусор сортировать. Вот. Вообще кухни здесь такие на каждом этаже. И обычно даже не одна. Так что если хочется попить чаю или кофе, далеко ходить не надо. Здесь вот такие принтеры, сканеры. Если кому-то что-то надо, то просто на своем компьютере выбираешь номер принтера, имя его, печатаешь, потом в коридорчик приходишь, забираешь. Вот. Это все комнаты ученых. Вот здесь, в этой комнате, видите, три имени. Это постдоки, значит, здесь работают. Вот они, доктора написано. Звание доктор научное. Доктор философии. Вот по три человека в одной комнате. К сожалению, тесновато. Вот здесь у нас опять кухонка. Замечательная. С чаем, кофе, салфетками, всеми делами. Вот, а здесь у нас общая комната. Постараюсь показать ее детально. Вот такая крыша стеклянная. Люди сидят, что-то делают. Диванчики. Вернусь назад. Такая стеклянная тут стена. Так что все видно. Вот. А, еще одна замечательная вещь. Не знаю, получится показать или нет. Тут можно на столах писать. У меня с собой нет маркера, но тут уже кто-то написал. То есть вот можно просто взять, стереть. Можно какие-то расчеты вести. Спорить о чем-то, писать прямо на столе. Мечта любого ребенка. Тоже есть доски. Вот я нашел маркер. Черненький. Вот можно что-нибудь нарисовать там. Вот так вот. Потом взять и стереть. Ну, естественно, не пальцами, а ручкой. Здесь вот обычная доска белая с маркерами. Это тоже все кто-то разрисовал. Какой-то план. Видимо, со встречами. Тут вторая кухонка. Тут тоже есть доска с планом. С разными встречами. Тут видите. Coffee and biscuits для какого-то сообщества NA. Какой-нибудь numerical analysis или что-нибудь такое. Вот. В общем, разные научные группы тут за кофе собираются и обсуждаются. И стратегии научные. Продолжение следующей серии.